В этом видеоуроке мы рассмотрим, как можно добавлять к своим сообщениям в Фейсбуке различные картинки в стиле эмоджи. Итак, для этого нам понадобится онлайн-сервис i2Symbol. Ссылку на этот сервис, а также ссылку на обзор его на моем сайте вы найдете в описании к данному видео. Итак, после того, как мы зайдем на главную страницу онлайн-сервиса, мы увидим сверху вот такое вот окошко, куда мы будем вводить свои эмоджи-картинки, а также текст, если он нам необходим. Чуть ниже различные картинки, пиктограммки и смайлики разделены на ряд категорий. Тема любви, люди, природа, объекты, места и достопримечательности, а также специальные символы. Добавлять символы очень просто. Просто кликаем на них левой кнопкой мыши, и они автоматически добавляются вот в это окошко редактирования. При необходимости их можно также легко удалить. Backspace на клавиатуре. Также можно написать любой текст. Давайте сделаем небольшое текстовое сообщение в стиле эмоджи и отправим его в свою ленту в Facebook. Выберем несколько картинок. Ну, что-нибудь в таком роде. Если вы превысите допустимое число символов, то вот здесь вот красным шрифтом будет показано, что какое-то количество их надо убрать. Давайте уберем. Вот так вот хватит. Теперь, для того, чтобы отправить набранное сообщение в Facebook, мы нажимаем кнопку «Копи». Содержимое вот этого окошка у нас теперь скопировалось в буфер обмена. Далее мы переходим в Facebook и в строке статуса нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Вставить». То, что здесь отображаются вот такие вот пустые квадратики черные, ничего страшного. На данном этапе это не имеет значения. Сейчас мы нажмем кнопку «Опубликовать», и вы увидите, что эти квадратики превратятся в эмоджи-картинки. Все, ваше сообщение с эмоджи опубликовано. Вот таким вот простым образом, с использованием сервиса i2Symbol, можно добавлять различные картинки в стиле эмоджи в свои сообщения. Желаю вам удачи!